Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вас приветствует компания Евразия Global Equipment, город Алма-Ата, Казахстан, Республика Казахстан. Наш адрес офиса в Алма-Ате, улица Наваи, 62. Наш адрес офиса в Алма-Ате, улица Наваи, 62. Наш сайт в интернете www.ege.kz. Наш сайт в интернете www.ege.kz. На первой странице, на главной странице сайта внизу вы можете найти переход на наш YouTube канал. Там более 200 роликов, посвященных технике, которую мы реализуем, которую вы можете у нас приобрести. И, посмотрев ролики, получить полное представление об этой технике. Наш сегодняшний репортаж ведет, как всегда, директор компании Артемов Артем. Сейчас мы тестируем погрузчик Аолит. Аолит ZL30. Погрузчик весит 7,5 тонн. Резина у погрузчика, размер резины 16-70-24. Ковш у погрузчика 1,7. Двигатель у погрузчика, мощность двигателя погрузчика 85 лошадиных сил. Это ючаевский мотор с турбированной, с турбиной. 85 лошадиных сил, это 85 киловатт мощность. 85 киловатт мощность, это 115 лошадиных сил. Погрузчик представлен в полной комплектации. У него быстросъемный ковш. Есть гидролиния, то есть вы вместо ковша можете докупить и подключить такие устройства, как палетные вилы, поворотный снежный гидравлический отвал, ямабур, захват для сена, для труб, для деревьев, миксер для смешивания бетона или бетономешалку. Ну и другие навесные оборудования, которые помогут вам в вашей ежедневном деятельности. Также у погрузчика джойстика управления, есть кондиционер, вентилятор в кабине и камера заднего вида, что тоже очень удобно для оператора при проведении каких-то работ. Погрузчик очень компактный, быстрый, удобный в управлении, достаточно маневренный, обладает габаритами, небольшими габаритами, удобен для эксплуатации в городских условиях. Ну и мы надеемся, если вы приобретете такой погрузчик, он станет вам надежным помощником в вашем бизнесе. Хотелось бы отметить, что высота выгрузки у погрузчика 3 метра 20 сантиметров. То есть можете грузить любой самосвал китайского производства, Хова, Шансиман, также КамАЗы и прочие самосвалы. Очень легко может это делать.